Олег тоже пожаловал. Ой, смотри, Лина, еще бежит там лев, смотри, вот еще идет. Так, ну вот сегодня побольше львов пришло. Съест руку. Ну вот, хоть и опоздал, а свой кусок получил. Гек все время рядом с дамочками. В общем, Чип отгулял, теперь Кай загулял. Ну, пойдем погуляем. Что, как? Прям. Я их попустила. Глаза и пары. Я смотрю, у нас... Сколько там появилось? Но картина очень даже мирная, никаких рыков и тем более выяснения отношений сейчас уже практически нет. Единственное, могут они из-за львицы повыяснять отношения, но не из-за еды. Кай включил свой трактор. Кай со своей львицей на ту сторону мостиков ушел, и Джуна сразу оттуда ретировалась. Теперь у нее нет защитника Гека. Все, прошла любовь. Те два друга увидели львицу, рванули за ней. Леон и Дейл. Иди сюда, не ходи.
чип в поисках добавки. Стал вес набирать опять как колобок, и сразу проявилась у него вот хромота. Весной похудел, уже практически незаметно было. Гек даже не взглянул на мясо. По-моему, вон там. Вот тот вот? Ага. Тут прям места? Львица. Каю говорит, нечего особо усердствовать, всему свое время. Чук наконец-то расправился со своим куском. Встал, и сразу стало видно, какой он громадина. Пока лежал, как-то незаметно. Расходятся. А Персей что-то так и не подошел. По-моему, он, как и Гек, поглядывает на ту львичку. Но с Геком ему тягаться уже сложно. Персей уже не тот. Годы свое берут, и если раньше Персей Гека гонял, то теперь наоборот. Гек в рассвете сил, а Персей уже на спаде. Чип решил остатки допылесосить. Аппетит у него всегда отменный. Все, и чип уходит.
вот теперь чип прежний. А то когда он схуднул, даже как-то потерял имидж того веселого толстенького одуванчика. Ага, не все, Джуна. Кай со своей львицей ее прогнали от ее кусочка. А вон там два друга. Скажу, Чип, заходи в гости. Леон и Дейл не против и Джуну в гости пригласить. Сразу засуетились при виде такой красотки. Но Джуна не удостоила их особым вниманием. Чук остался. Плохо его видно под мостками. Такое мирное, дружное кормление. Этот прайд действительно сложился, все как пазлы. Очень дружный такой коллектив. А вот в прайде Марселя, Алекса, Султана, там не все так гладко. Так, ну что ж ты забрался под мостик? Какой огромный кусок. Как это Чип проморгал. Но зато Чука сориентировали.
Так, наша влюбленная парочка возвращается. Чоли, Кай, Кай, Чоли, мама Чоли, вот кусок, Кай, вот кусочек, Кай. Мама Чоли, это ее кусок лежал, она же Джуну забрала, сожрала. Да. Нет, ну взяли про этот самый... Мама Чоли, новая хозяйка саванны. Чук вернулся. О, а тут любовь в разгаре. Значит, Кай добился все-таки благосклонности мамы Чоли. Да, этот кусок остался невостребованным. Так, ну что интересно, Чук доест последний кусок мяса? Чук молодец, никуда не спешит, в теньке получает удовольствие от вкусного мяса.
мясом расправился, сейчас косточки хрустят на зубах. Да, молодец, Чук сегодня задержался на кормлении. Так, кто из посетителей опоздал, имеют возможность хоть на него полюбоваться. Да, нюх у Чука, конечно, не как у собаки. Чук учуял феромоны мамы Чоли. Так тот кусочек никто и не заметил. Вот такое кормление было, хоть и спокойное, но интересное. Полюбовались ребятами из прайда Чука. Мама Чоли влилась в этот прайд сразу же. Ну, она, собственно говоря, в нем всегда и была. Это просто то, что сначала зимой была в отдельном вольере, а потом в связи с беременностью отдельно жила. Так, Чук живот так набил, что даже рыкнуть особо сил нет. Сейчас посмотрим, как Дейл на него среагирует. Как охотник прижал голову. У него поза перед атакой. Так, так, для прыжка. Эх. Чук слишком сытый, чтобы задираться с Дейлом. А Дейл из себя выходит. Что ж, друзья, спасибо всем за внимание. С вами был Виталий Хомутов и канал Парк Львов Тайган. Всего доброго.
Смотрите наши ролики, ставьте лайки, будьте с нами.